У нас сегодня домашний матч на Анже-арене на главном поле. «Динамо» принимает в гости владикавказскую «Аланию». Я особо не люблю фифу, я играю PES. Из-за этого чуть трудновато мне было. Ты решил рискнуть сегодня? Да. А вдруг приз будет другой? Кто не рискует, тот не болеет за «Динамо». Да. Этот матч будет очень интересным. Будет много борьбы. И в конце, думаю, «Динамо» Махачкала заберет свое. Я очень рад присутствовать здесь. Большая благодарность главе муниципального образования, также администрации этого города. Все, давай попроще немного. У нас сегодня все-таки такое спортивное, классное, бодрое, задорное мероприятие. Ты у нас не первый раз, кстати, на матче, правильно? Да, я слежу за «Динамо». Чем запомнится этот день нашим болельщикам? Первое, что мы принесли, это настроение, это улыбку, это радость. Волну позитива также мы будем разыгрывать, видите, подарки, велосипеды и, естественно, саму коляску будем. Будут такие интересные игры, типа чемпионат по УЕФА, Battleboard, как он называется, Battleboard, Eclat World, and a World of Hammer Spickledor. Лучше для журналиста, чем люди, которые сами подходят и просят дать интервью. Есть персональный любимчик в команде? Сигдега. Слушай, ну Сердер у нас вот двоечку забил недавно. Ты как, какие эмоции были? Первый гол увидел, думал, забьет еще один, вот забил следующий. Кого именно ждешь? Оленика и Ильхана. Прям обоих? Да. Слушай, ну вот многие на самом деле взрослые, они мне по секрету сказали, что они не знают творчество ребят. Но мы-то с тобой знаем, кто это такие. Так что давай расскажем в рубрике «Другой ракурс», кто такой Ильхан и кто такой Игорь. Они фристайлеры. И все? Занимаются фристайлером. Он крутой. Кто именно? Оленика. А вы за «Аланию»? Да. Верно, естественно. Все за «Аланию» пришли болеть. Ну ладно, ребят, давайте тогда предположим, каким может быть сегодняшний счет. Это к ним. Парни. Счет может быть любым, но лучше пусть «Аланию» победит, конечно. Пускай 3-1 будет. Ну, каждый хочет, чтобы, конечно, да, их команда победила. Обе команды сегодня забьют. Будет зрелищный футбол, я думаю, атакующий. Сегодня будет настоящее горящее кавказское дерби. И кто бы не выиграл... Победила дружба. Уже Камиля, где крыша? «Динамо» выиграет
сколько мы говорили с нашими болельщиками сегодня, что Сердер забьет. Сердер, тебе тоже большое спасибо. Ты умничка, и 2-0! Видите, он не видит тот номер, который был. Здесь идет судьи, никто не видит. Самого важного у нас стержень появился, тот, который действительно присущит Динамо. Спасибо за игру. Браво! Браво! Вы сегодняшней игрой, сегодняшней победой, сухой, с большим количеством голов над лидером первой лиги доказали и способности, свое умение и, самое главное, свой характер. Вот я вам уже говорил, что с каждой игрой характер проявляется все больше и больше. Я думаю, что это, безусловно, новый стиль или подход всего тренерского штаба во главе с Курбаном Бекевичем. И, наверное, это то, что нужно нашему футболу. Ну и самое главное, это то, что нужно нашим зрителям, дагестанцам, тех, кто поддерживает вас. Даже на московских дерби не всегда бывает такая цифра. Не всегда бывает такая цифра. Поэтому люди вас любят, и с каждым разом все больше и больше приходят на вас посмотреть.